Сегодня мы вместе с сотрудниками Государственной автомобильной инспекции, с сотрудниками спецбатальона «Грифон», нашими уважаемыми кинологами вместе с собаками Терри и Пайсом, а также с представителями экспертного, научно-экспертного криминалистического отдела Новомосковского горотдела ГУМВД Украины в Днепропетровской области, показали свою чуть-чуть быта милицейской жизни, а жизнь у милиции – это наша работа. Мы ознакомили детей с обыкновенной дактилоскопией, с элементами химанализа, показали наш экспертный чемоданчик, с которым выезжают эксперты на места совершения преступлений для, вместе со следственно-оперативной группой, как они работают на месте совершения преступлений. Собаки, ну, конечно, собаки понравились всем детям, потому что лично пес Терри разыскал 10 подростков, которые самовольно ушли из детских специальных учебных заведений, либо же от своих родителей. Ну а гвоздем программы были спецбатальон «Грифон». Ребята показали приемы рукопашного боя, освобождение от захвата, а также показали освобождение, показали свои навыки освобождения от террористов спецавтомобиля «Грифона». Ну и с удовольствием дети восприняли сотрудников милиции, нашего Михаила Потаповича, поиграли в игру «Светофор», а также ознакомились со всеми спецсредствами, которые пользуются сотрудники Государственной автомобильной инспекции в своей работе. Приятной неожиданностью для нас было то, что после нашего представления для детей нашей будней, нашей работы милицейской, было их выступление. Ребята показали свое, ну, умение хореографии, пластичности движения, также они спели. Ну и в конце был наш танец дружбы сотрудников милиции вместе с детьми детского оздоровительного лагеря «Дзержинец».